А у нас сегодня последний день съемки. У меня была небольшая пауза между третьим и, получается, четвертым днем. Стало в разы холоднее на улице, но очень радует пока, что солнечная погода. Сейчас я гонял за реквизитом, и через несколько часов мы встречаемся с людьми, которые будут мне помогать, и начинаем съемку. Сейчас готовлюсь на съемку. Микрофон у меня под кофтой. Я его залепил на пластырь, который не шуршит. И прошлое видео я тоже записывал таким образом. Так звук получается лучше, потому что камера была довольно далеко расположена. Чуть позже я тоже об этом расскажу, как я это все снимал. В общем, готовлюсь к съемке. У меня остались как бы завершающие кадры. И для этого я нарисовал себе такую краткую схему. С этой схемой сразу, так скажем, голова освободилась, сразу понятно, что и как снимать, я сразу примерно понимаю, сколько мне нужно будет времени для этого. До того, как эта схема появилась, я вроде примерно представлял, как что делать, но как бы вот не знаешь, за что взяться, поэтому вот эта вот штука, это реально рабочий инструмент для того, чтобы облегчать процесс съемок, причем как фото, так и видео. А вот эта камера Canon 60D, это у нас сегодня реквизит для съемки. И получается, девушка, которая помогала мне вот оформить ее в аренду, она спросила меня, снимаю ли я до сих пор на пленку. И сказала, что меня знает. А я этому очень сильно удивился. И на самом деле это вот такой интересный момент, что в Уфе многие меня до сих пор знают как фотографа, и причем именно как пленочного фотографа. Хотя я не занимаюсь фотографий уже с 17 года, то есть с начала 2000, даже я бы сказал, с конца 2016 я уже перестал заниматься фотографией, то есть я никак не рекламирую, там никакие заказы не принимаю, ничего, только как хобби, да, то есть и получается очень долго я в инстаграме своем вообще ничего не выкладывал, ничего там не делал, ни с кем не общался и вообще как бы, так скажем, выпал из фототусовки Уфы, так скажем. Но до сих пор некоторые люди меня знают вот именно как пленочного фотографа. Это очень интересно, что ко мне, ну, это прилипло, так скажем. Позаимствовал шоколадку у ребенка. Кстати, очень такой неприятный момент с микрофоном, вот который у меня сейчас, петличка Боя М1. Вот я здесь где-нибудь название сделаю. У нее есть, получается, вот такая вот херня, куда вставляется батарейка и где переключаются режимы. То есть эту петличку можно использовать как с камерами, так и с телефонами. Начало этого канала я использовал с айфоном, вот эту петличку. Потом я это использовал с камерой, теперь вот использую с рекордером. С рекордером, кстати, удобнее всего, особенно если ее вот так вот зацепить, спрятать, и можно, ну, везде как бы с ней ходить, это прикольно. Но у нее минус в том, что вот эта херня иногда, когда она включена в режиме камеры или рекордера, она жрет батарейку. Когда она включена в режиме телефона, она не жрет батарейку. И иногда я забываю этот переключатель делать, потому что там ни лампочки не горит, ничего. И как бы может случиться такой момент, когда батарейка севшая, а нужно записывать. И повезет, если удастся проверить звук до начала съемки, например. Вот. Поэтому у меня есть там запасная батарейка на всякий случай, потому что я один раз уже так сел в лужу, когда у меня я говорил, а вообще ничего не записалось. Съемка у нас примерно через час. Я сейчас попью чай, соберусь. У меня как раз подзаряжаются батарейки и отправлюсь уже туда. На небе появились облака. Это не очень хорошо, но я думаю, что мы все же успеем снять хорошие кадры, потому что мне как раз нужен был именно
ну, такой ясный день. Сегодня, можно сказать, последний ясный день в Уфе. Налетели сейчас облака, но они как бы так пока еще не целиком небо закрыто, а вот, ну, как бы так чуть-чуть. И сегодня, по прогнозу, не должно быть прям сильной какой-то облачности, но это как бы последний солнечный день в Уфе. И дальше сейчас уже начнется вот это вот прям осень-осень, дожди, серое все. И что интересно, я замечал, что когда свет яркий, солнечный, пусть, может быть, даже на улице не очень тепло, но и фото, и видео всегда получаются интереснее, потому что вот эта вот игра света, тени, то есть она очень такая оживляет видео и фото. А сейчас, когда начнется все серое, и у нас еще, как бы вы знаете, и дороги, и дома, и вообще все, все серое, то есть ничего как бы интересного нет, картинка становится крайне такая вот серая, скучная, и за счет такого вот рассеянного освещения, немножко темного освещения, то, что облака, они как бы мешают вот этому свету солнечному проходить, ну, как бы к нам, картинка, во-первых, получается хуже в плане качества, а во-вторых, она получается менее интересные в плане вот визуального представления. Сейчас получается, когда будет погода не очень предрасполагающая к съемкам на улице, я буду планировать один из проектов по съемке вот именно внутри помещения. Хочу снять что-то очень такое камерное, с диалогами, возможно, или, может, как некий монолог, как бы по духу что-то напоминающее вот то, что мы снимали фильм «Изоляцию», но на другую тему, как бы вот, ну, в целом, как бы другой проект, но тоже вот выполненный в рамках какого-то одного помещения. Я очень люблю снимать в помещении, и все вот пленочные фотографии, все вот портретные съемки, которые я проводил раньше, я всегда старался делать это в каких-то помещениях, в отелях, в апартаментах, в квартирах, где угодно, но мне нравится вот именно вот эта вот эстетика помещения с естественным светом. Поэтому следующий проект, скорее всего, тоже будет вот что-то в таком духе. Следите за обновлениями. Итак, мы будем завершать съемку вот на этой локации. Здесь сейчас, видите, очень облачно, солнце спряталось. Это может быть даже хорошо для определенных кадров, но я бы хотел, чтобы оно все же потом вылезло, потому что мне нужно будет яркое солнце. Первое мы снимаем здесь, потом будем идти туда дальше. Мне помогает моя младшая сестренка Света. У нас здесь вот стоит камера, вот у нас реквизитная камера. Мы сейчас начинаем. Последние сцены финальные. Вот приехала Милана, она у нас тоже в кадре. Здесь мы снимаем как бы перед финальной сценой. Тоже все вот поставили, сейчас продолжаем работу. Все, проект у нас готов. Мы управились за полтора часа, сняли финальные сцены. Получается, отдельно со Светой мы поснимали меня полчаса, потом пришла Милана, мы поснимали с ней. Сейчас уже все готово, ну, как готово, сейчас нужно это все монтировать. У меня уже как бы готово по монтажу все то, что я снимал до этого, по звуку тоже там все я сделал. Осталось только вот эти как бы кадры приклеить, подогнать там музыку, звуки, все такое. И, в принципе, проект будет готов, поэтому не переключайтесь.